Путешествуя по Баняфесту, можно наткнуться на хорошо знакомую вам продукцию. И это скоропарка, но уже новая. Скоропарка 2019 от компании TMF. В прошлом году мы парились со скоропаркой 2017. Это было просто изумительно. А сейчас, ну как вам удалось попариться-то? Мы, да, паримся, и она парит, и парит, и парит. Хорошая печка очень. Супер. Да. И про эту печь можно даже начинать говорить уже с топливного канала, с этой дверцы. И это единственная практически печь, в которой официально разрешено топить дрова и разрешено гореть дровам в топливном канале. Смотрите, вот здесь 82-я модель. Причем они распределены равномерно по всей, по всему кругу топки. Если вот просто подливать вот сюда вот так ковшиком, да, ну, вода прольется по линеечке, остальные камни останутся не задействованы. Там есть такой кольцевой желобок, который, прежде чем вода прольется на них, он распределит воду по всему периметру каменки, и вода прольется дождиком на все буквально камушки, которые там есть. Вот так вот. Вот сейчас задействован весь периметр каменки. Все 80 кг. Залить или на то место, куда вольется, да? Что? А лить все равно, хоть куда. Она хоть отсюда, и вот там она... Да, пожалуйста. Вот она обняла весь периметр. Вопрос можно? Да. Вот у вас... Вы закройте вот сейчас глаза, да, вы не поймете, с какой стороны от вас печь. И все, мы прям тут излучение идет от стен, от потолка, все больше не откуда. Кипяток, 100 градусов. Легким движением руки сделаю небольшую подачу, пар уходит не откуда попало, а из специально для этого предназначенных отверстий, и выходит он не в стену, выходит не сразу вверх, а по такой эффектной параболе, выходит он наверх, и пар обволакивает все сразу. То есть это такой универсальный, уникальный инструмент для парения, который делает атмосферу в бане просто незабываемой. Любой, кто парился со скоропаркой, может сказать, что в бане в этой находиться можно вечно. Пар обволакивающий, пар очень интересный, пар такой, который дает только эта печь. Заходите в магазин farnax.ru, спрашивайте печь скоропарка 2019 в розничных магазинах Farnax. Ну а я пойду попробую все-таки попариться.